получает свои новые квартиры, получает квитчата Зинаида. Событие, которого жители Одинцова ждали более 7 лет. Ключи от нового жилья им вручает глава муниципалитета Андрей Иванов. Дольщики квартала номер 5 жилого комплекса «Изумрудная долина» скоро станут новоселами. Сегодня мы вручаем вам ключи и подписываем акты приема передачи на квартиры. И действительно, вы сегодня получите то, что должны получить были много лет назад. В планах развития прилегающей территории, строительство социальных объектов. У жителей тоже много планов, и теперь их точно получится осуществить. Зинаида с нетерпением ждет, когда можно будет приступить к ремонту. Я хочу сделать здесь как нишу, шафу, кафе, купе, то есть отделить. Спальня будет, и сделать такую дверь, которая как купе закрывалась. То есть, пространство. У нас такое и торжественно-знаковое событие. В этот солнечный день люди получили то, что ждали многие-многие годы. Потому что, конечно, ожидание – это, наверное, самый тягостный процесс, особенно когда это ожидание связано с долевым строительством, где еще и застройщик вот так обманул наших жителей. Вот. И второй момент радостный, что мы рассказали о тех планах, которые будут здесь реализовываться в ближайшем будущем. Показали инвестора, застройщика, который будет и строить новый микрорайон, и также нести некое шефство, кураторство существующего микрорайона, будет помогать во всем. Глава отметил, до конца 2021 года в жилом комплексе достроят оставшиеся 7 домов. Работы идут в хорошем темпе. Еще 272 квартиры будут ждать своих хозяев. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».